Добрый день, дорогие друзья! И вновь наше внимание приковано к летней террасе «Панорама». Здесь все в ожидании гостей. Вас, дорогие наши друзья! Ученые уже давно выводят различные теории о том, как влияет на качество усвоения пищи музыка, которую мы слушаем во время трапезы. 100% доказать такие вещи довольно сложно, но ясно одно – употребление вкусной еды само по себе приносит удовольствие, а если добавить к этому еще и приятные ощущения в виде музыки, то удовольствие только усиливается. Если еще 150 лет назад сходить в ресторан могли позволить себе только представители высшего общества, то сейчас это сделать может каждый. В наше время вкусным и красиво оформленным блюдом уже никого не удивить. Мы стали избирательными, мы уже хорошо знаем, что мы хотим. Мы начинаем смотреть на предложение по-другому. Нам подавай хорошую кухню, атмосферность, высокий уровень сервиса. И не каждый может угнаться за растущими требованиями потребителя, а «Панорама» может. Ежегодно в летний период смотровая площадка «Панорама» с прекрасными пейзажами превращается в центр высокой кухни в рамках гастрономического фестиваля «Музыка крыш». События проходят по субботам и привлекают гостей, желающих испытать самые острые ощущения. Совсем недавно у нас была уникальная возможность ощутить всю прелесть романтичной Италии, попробовать изысканные блюда итальянской кухни. И, конечно, изысканной кухне должна соответствовать хорошая музыка, и она соответствует. Вообще, итальянцы – особая нация, и только они могут совмещать вещи, которые, казалось бы, не подвластны больше никому. От восхитительной кухни до самой совершенной, технически безупречной музыки, которой непременно прилагается душа. И как же прекрасна музыка в стиле итальяно-ретро. Как известно, любовь к крышам объединяет города. В этом году прошли популярнейшие фестивали в Москве и в Питере, которые состоялись на крышах. В этом году они состоялись сразу в двух столицах. Новая традиция, которая соединяет в себе лето, музыку и видовые площадки, буквально захватила с головой. Сейчас как никогда важно дарить тепло и радость окружающим. Я придерживаюсь теории маленьких дел. Делать то, что ты умеешь, и не откладывать их на завтра. Давайте не забывать, как важно видеться с друзьями, общаться в приятной обстановке, ходить на концерты, фестивали и просто жить. Все мы, независимо от возраста, иногда погружаемся в мечты. Считается, что взрослые люди не мечтают, а строят планы. Мечты обязательно сбудутся, но чтобы ускорить этот процесс, нужно шагать им каждый день навстречу. Однажды ты совершенно случайно окажешься в нужное время, в нужном месте, и миллионы дорог сойдутся в одной точке. Вероятно, это случится в самом романтичном месте Твери на летней террасе ресторана «Панорама», который буквально парит над Тверью. Как знать? Если хорошо подумать, то становится ясно, что мы двигаемся вперед благодаря мечтам и желаниям. Без них мы не живем, а существуем. Кто-то хочет мало, купить новое платье или новую обувь. Есть большие мечты, например, купить дом, но есть даже глобальные – сделать всех людей счастливыми. Достаточно просто действовать. Главное – не останавливаться ни на минуту. А я напоминаю, каждую субботу летняя терраса ресторана «Панорама». Учтите, места ограничены. Звоните по телефону 300 090, заказывайте столик и будьте счастливы!